Всем привет, сегодня 3 июня. Так, собственно, мы на площадке уже находимся. По тачкам. Тёма, блогер, здорово! А я думал, ты только домашки снимаешь. Здорово, нет, я не выходишь из дома. Чисто, я думал, у тебя рубрика по хатам. Вы ее видели у Ростика, 100%. Здесь стоит 8 302-х. Или сколько? Да, 8 302-х. На них стоит 1 15 900. Маловато, но нормально. Дальше там Ростик видос снимает. Фронт на Арнольдах 20-х. 6 пар Арнольд. Да. И Форд в салон выходит. Блин, ну сейчас прям офигенный. Это что? Эти Киксы, скорее всего. Кикс вроде пишут на всех динамиках на себе шоу. Какой будет ним? А посмотрим. Посмотрим. Манганат вот стоит. Аватар на машине. Нет, это питает всю машину. Аватар стоит на рупора. Ару 3000 на 2 на фронт стоит. И два квазара 26 вроде на став стоят. Наш тут также процессор стоит. Ты где? Автоматы? Я посмотрел. Там, подожди, сейчас баллы идут замера. Фронты SQL стоят. SQL только 6 нари бывает. Пока что. 6 нари, SQL, рупора. 30. Нет, не 30. Это. Ну да. Ты прикинь, какой панч с них. Круто. Смотри, какой дрифтинг тут красивый. Это... Сколько там 35-15 сердца? 4 штуки. Я думаю, каждый по 7-900 стоит. Каким домой такой посадил, просто бабушку будет в квартире. А в салон загляни просто. Рома. Я посмотрел. Нет, с водительской. С водительской посмотри. Это Арнольда. Ну, видишь, а... Это шестнарик. А что такие маленькие? И рупора. Загляни со стороны водителя. Это 15? Да. Это не 18? Нет, это 15. 4 штуки, стена. Кстати, лупит довольно так хорошо, я слушал ее. Да. Так, мне ребят, я вам тоже покажу. 4. Это 45-15R. А, это не 35-15. Если бы ты знал, сколько тут вложено в тачку, в эту, Ром. Такие-то. Также на площадке находится Ford Busline. Вот, смотри, BP4, Т-шки 15. Т-шки 15. А сколько их там? 6 штук вроде. Ребята, вам тоже покажу. 6 штук. Т-шки 15. Не жалко этот Ford Focus. Дуль, кстати, неплохо. Я на прошлых соревах слушал, там прям нормально. Еще раз форочка стоит, ну, соответственно. Что давит хило. Фронт тоже. А сколько там магнитом наружу стоит? Три, я так понимаю. Три верхних магнитом наружу, три нижних вроде внутрь. Там да просто скорее всего, вместили, потому что магнитом внутрь вверх не вмещают из-за того, что уси тут размещены. Ну так, конечно, в хэтчбэк ставить. FR 4000. Стоят 4 штуки. И 2 секции. И секции. Это не знаю, сколько тут секций. Балансир. У меня слов нет. Смотри, какие кулера. Можно, в принципе, такие тебе поставить. У меня на видеокарте не такие. Фронт тоже. Я про это не особо шарю. Ну, вот такие красивые. Это 20-ки? Да, 20-ки. А рупора? Рупора. Я не знаю, тоже правдивские какие-то. Стоят. Что небольшие прям очень. Нет, 20-ки. Не, про рупора. Ну да. Фронт. Арнольдики. Рупора Т-34. Фронт хороший, прям громко играет достаточно. Тачка горька.
Оу. Да. Так, ну тут фронт Арнольда, а по басуке... Ох, нифига! Это двадцатка. Чекай, это 415. Были 3515 вроде. Сейчас 415 стоят. Сколько у них заявка? Вроде 4-5 кило у каждого. Пойдем тачку Мишани посмотрим. Нифига себе, Мишани намутил. Это что там? Это эски уже, это эскель. Привет. Здорово. Уже там в прошлом. Нет, ну по басухе там это эскильная. Это на улице. Ну короче, эскиль замерять. Это не эскиль уже. Мишаня уже эскиль делает. Старенький, да? А, у него в прошлых соревах два прайда 12-х стояли в ЗИА. Что-то прям интересно послушать, как играет. Потому что в прошлом году я слушал, интересно очень, Егор играет. Давай посмотрим, может еще что-то есть. Да, давай еще обойдем. Вон что-то стоит. Интересно. Так, порт, это эстрадные. Двенашки вроде. 6 штук. А что? Эстрадно? А что ты думаешь, пассивные на улицу ставят что-то? Фронт. Арнольды? Да, есть такое. Сколько тут фронт? Я даже страшно считать. 14. Мне хотя бы оттуда. Именно панчить должно хорошо. Наверное. Ты смотри, смотри, на колпак посмотри. Тут уже, походу, немного перевалили. Вообще так перед что-то. Ай, там в передних и в задних стоят. Посмотри. Еще в передних. Ой. Почему все карты? У всех Арнольды просто. Я не знаю, но видимо. О, это 300. 400. Ну это та, которая, помнишь, Ростик снимал, у которого энергос не упал еще. Да, я понял. 4900. Две штуки манганат на питание. Где? Это моноблок? Это моноблок 4900. Большой. Ром, ты понимаешь, сколько мне в монтаже матов придется запикивать? Прости, пожалуйста, я просто небольшого мата. Пойдем. Я не знаю, что показать. Четырка, которая была на открытии магаза, помнишь? Играл. Нет, тут фронт и там. Подожди, а что тут? Ух ты ж мать, теперь боже. Да, это 15. Это. Подожди, там прайд из Там прайд налеплено наклейка там. Считаем за 415. А так это что, это тэшка? Нет, это вряд ли, это не тэшка. А, нет, у тэшки колпак. О, да. Аватары. Кастомные вроде, да? Смотри, у них. Труба просто огромная, в сравнении с моей рукой. Это 250 вроде. Аватары. Вроде свиль. 1547. 4 штуки. Но кастомы, да, походу. Опять скалитки на Арнольдах. А судя по регулятору, там квазар стоит. Т-34 на фронт. А по питанию там... Магнат вроде, да? Вроде, да. Он стоит вообще, знаешь, Мерседес, вообще в конце, тихий просто, выглядит, да, непринужденно выглядит, но если бы люди знали, что тут стоит 24 двинахи в коридоре, 302-х. Хэски или на фронт стоят, смотри, сильвестры. Шестнари? Да, так сильвестры хэски или они шестнари. Ты понимаешь, он просто безобидно стоит, никто бы... Не понимаю, что в нем стоит прям. 24. Там 24 302. Ой. О, пойдем. Эскью, эскью, эскью.
Как я соскучился по этому оформлению. Так, на площадке мы уже находимся порядка 4-5 часов. Сейчас был комендантский час, час и дня до 3. Сейчас будут валить. Приехал Леша бульдозер. Сейчас я прикреплю фотки, что изменилось визуально. А так, у него кастомные свели 1847. Пытался Арнольды. В прошлом сезоне, никто не помнит, были Сильвестры Сквели. И сейчас мы будем слушать. Это было просто... Я не знаю даже, как описать, но жесткая басуха прям. Это не крашено. Небольшая царапинка спереди. Я просто сейчас отойду. Давай, иди сюда, просто смотри. Вот ко мне подойди, не смотри, а просто. Просто эстрада и просто смотри. Деньги мне звонят на фейм. Говоришь, ты босс, но ты лайм. Я кладу всю боль на эти строки. Ни-ни-ни-ни алкоголь, я не хочу быть одиноким. Подержи мой кап, я выпал на минут. Шотнул оп, он поймал просуду. Подметаю броков, как разбитую посуду. Как тебя зовут? Был я тейпом, и мы буду. Тони Брэншоу, ты запас, ты счет.